ностальгией. Ведь как-то крутилась планета и без интернета. Люди чаще всего возвращались и в мир выходили. Было столько же свет, и врали не больше газет. А за окнами дали туманные плыли и плыли. Наше утро сырое рекламным щитом не закроешь. Только катится жизнь. Непонятно, злая, другая. Мы от искорки Божьей прикуриваем порою, и все реже и реже большие костры зажигаем. Было письма в бумажных, ошибок значительно меньше. И друзей настоящих, настоящих в сетях вы найдете едва ли. Отличались мужчины не только одеждой от женщин. Да и нормой. Пороки в России не называли. Веткой благословляла береза меня возле школ. А над домом грибные туманные тучи кружили. Мы в индейцев играли. Но мы в индейцев играли. И жили без чипсов. И холод. Даже страшно представить. Ну как же мы бедные жили. Спеши.
пока течет грешный, неспешный мир лжи. Дыши, мой друг, свободой, кто знает, сколько раз еще такой свободой наш век одарит нас. Пока течет он грешный, неспешный мир души. Дыши, мой друг, свободы, кто знает, сколько раз еще такой субботы наш век одарит нас. А сегодня суббота. Сегодня суббота. Ура!